Дорогу! Прочь! С дороги! Халес, Халес! Разойдись! С дороги! Я что-то заметил. Осмотреть тут все. Политика что тут сподвигает делаешь? Всех на глупости. Уйди! Ну! Да что с тобой? Кажется, убьем. Отвлеките противника, я прорвусь. Отвлеките противника, я... Еренху! Хирепсе тиеу! Господин. Все так. Солдаты меньше из наших бед. Нужно разобраться с командиром. Мы еще многого не знаем, насколько далеко все зашло. Может, в этом замешаны приближенные Птолемея. Нам нельзя доверять Филакитам. Мы не справимся одни, нам нужен Фаюм. Крестьяне будут молчать, они боятся солдат. Но люди в гневе, и мы с легкостью убедим их. Я поговорю с тем, кому угрожал капитан. Люди узнают. Брат, я видел, что случилось. Небет Хинут рисковала. Я ценю ее смелость, но это ничего не изменит. Прости, но я должен работать. Мне нужно разжигать костры. Я помогу. Что ты делаешь? Зажигаю огонь. А ты настойчивый, да? Ра позаботится о твоих посевах, брат.
Вот и все. Пришло время восстать против солдат. Хатифрес вас поведет. Хатифрес? Он давно забыл про нас. Его отца уважали. Он дал сыну египетское имя. Хороший поступок. То только сын не стал египтянином. Хатифрес значит «довольный» на нашем языке. Но он не такой. Он бросил нас среди гиен и крокодилов. Крокодилов тоже можно победить. Капитана больше нет. Давай, брат, расскажи всем. Ты одолел капитана? О, да ты безумец. Ладно, если хочешь это сделать, я пойду за тобой. Я расскажу всем, брат. Не думал, что все так плохо. То есть, знал, что не все гладко. Но чтобы так, все из-за меня. Я не хотел брать на себя ответственность за Фаюм. Я просто унаследовал ее. Я хотел приключений, моря. Теперь я понял. Поражение — это выбор. Но я пока жив. Они на вилле. Ты сзади. Ты со мной. Солдаты! Где ты, паршив? Похоже, что у меня нет выбора. Идем, брат. За нас все скажут наши клинки. Я с тобой, брат. Тебе конец. Охранять нашего неба. Разве я рад, что ты снова со мной? Ищите смерти, псы! Я прорвусь. Отвлеките противника. Я прорвусь. Эй, для воина в отставке ты неплох. Ха-ха! Я еще не стар, сиванец! Да, я это вижу. Это лишь начало. Солдаты вернутся, и их будет больше. Я унаследовал от отца не только силу. Могу нанять армию, если понадобится. У меня есть мысль получше. Баек, может, составишь мне компанию в пути? Я готов. Идем. А вы хорошая команда. Мой Хатифрес не растерял свой пыл. Ты им гордишься. Ха-ха-ха. Сейчас он такой же, как во времена нашей юности. Куда мы идем? Здесь рядом лагерь мятежников. Он на востоке отсюда. У форта Бубастис. Мы должны поговорить с ними. Мятежники? Не боишься навлечь гнев Александрии на нас? Времени мало. Ялла, защищайте Кирия. Не останавливайся. Мы сильнее. Thank you.
Кемер Уэн Несу. Я готов. Идем. А вы хорошая команда. Мой Хатифрес не растерял свой пыл. Ты им гордишься. Ха-ха-ха. Сейчас он такой же, как во времена нашей юности. Куда мы идем? Здесь рядом лагерь мятежников. Он на востоке отсюда, у форта Бубастис. Мы должны поговорить с ними. Мятежники? Не боишься навлечь гнев Александрии на нас? В Александрии знают, что такое интриги, Меджай. Нередко бывает, что за услуги платят защитой или информацией. Такие союзы необходимы, пусть даже официально и не разрешены. Сюда. Лагерь там, впереди. Надо быть начеку. Мятежники не очень гостеприимны. Я предупредила. Они ожидают нас. Я Хинут. Вас предупреждали, что мы приедем из Филадельфии. Нам нужна помощь. Вы приехали зря. Мы не можем помочь. Нам есть, что предложить взамен. Ведь вам нужна помощь. Припасы, информация... За это мы просим лишь одного – защиты для нашего народа. Это невозможно! Нашего лидера схватили на плотине! С этим мы вам поможем. Со мной Баек из Сивы. Ты Баек из Сивы? Мы знаем о битве на арене. Мол, гальских братьев убил безумец. Похоже, что сегодня я вновь буду безумцем. Стража держит ухо востро. Thank you.
не убежишь. Беги, ну! Спасибо. Ты так смело ринулся в бой с солдатами. Не боишься греков? Я Байка Сивы. И я боюсь только за Египет. Безумец Сивы! Я о тебе слышал. Ты один сражался на арене, как раненый лев. Нек! Раз ты с нами, псы Птолемея уже обречены. Твоя помощь мне тоже пригодится. Вехес? Аанна! Путь назад свободен. Но у меня есть одна просьба. В лагере тебя ждет Хинут. Ты должен будешь защитить ее людей. Ты спас мне жизнь. Даю слово, что помогу ей. Передай также, что я иду в форт Бубастис. У меня есть дело к командиру. Ты идешь против целого гарнизона? Ты спятил? Возможно. Я же Байка Сивы. Стой! Стоять! Горны, голоса! Кто-то еще напал на форт. Кажется, весь Фаюм пошел против командира. Сюда меня не пустят. Подлее жалкого Илота.
Умри, ничтожество! На куски порву! Конец его злодеяниям. Найду Хатифреса. По-твоему, весело? Беда. Вот и все. Прекрасно. Крестьяне вышли на улицы и отвлекли солдат. Как бесстрашно. Мятежники тоже помогли. Безумный сиванец. Вот как они тебя зовут. Теперь поля под защитой. Ты воодушевил людей. Люди не позволят новому крокодилу занять Фаюм. Теперь они свободны. И это хорошо. Хатифрес. Вспомни, что значит твое имя. И что значит быть мужем? Знаешь, Шадзи, ты понравился сразу. Здесь тебе всегда рады. Баек из Сивы. Они возникли передо мной.
демоны! Черные, как уголь! Огромные, языки, как у змей! Их взгляд обжигал! Забрали всех! Их унесли с собой демоны! Боги! Спасите! Что случилось? На нас напали демоны! Отняли дитя! Как это? Никто не дал им отпор? Я мог бы, но я не рожден для битвы. А мальчишка думал, что сразит демонов. Сейчас он, наверное, у старой башни. А я бежал. Старая башня? Мальчик не выживет в этой пустыне. Разыщу его. Я бежал от Анубиса. Я смотрел в черные пылающие глаза демона. Похоже, это башня, о которой говорил безумец. Значит, не все в этой истории бред. Эй, как ты оказался тут один? А зачем тебе знать? Что тут делает Меджай? Ходят слухи о пропавших людях, ребенке и демонах. Никто никуда не пропал. Нас схватили разбойники. Бежать удалось лишь мне. Но я вернусь и спасу отца. Если отправишься один, погибнешь. Ну и пусть. Я должен пойти. Ты смелый, но глупый. Долг сына перед отцом — жить. Я пойду с тобой. Идем, если хочешь. Мой долг — спасти отца. Ты юн, но готов поступать как мужчина. Отец будет горд. Нужно спешить. Если нас не убьет жара, то сожрут гиены. За мной. Твой отец! Он точно жив? Нет. Но что делать? Мама умерла очень давно. Я ее и не помню. Отец сам растил меня. У меня отцовская лошадь. Даже если он мертв, в Дуате конь пригодится. Не сбиться бы с пути. У меня нет времени ждать. Если он жив, я спасу его. Если мертв, отдам за него свою жизнь. И мы вместе отправимся в поля Иалу. Нельзя терять время.
Так, подожди здесь. Дальше идти опасно. Я сделаю все, чтобы спасти твоего отца. Спасение отца – мой долг, не твой. Я не ребенок. Я Рахатеп из Дионисиаса. И я пойду. Я Байка Сивы, и я не позволю тебе рисковать. Ты мне не нужен. Я и сам доберусь. А, глупое дитя! Нужно было связать. Мы едва знакомы. Однако я ответил на все твои вопросы. Я отправлюсь спасать отца. Ты мне не нужен. А запретить ты не сможешь. Я не твой сын. Не только у тебя есть долг. Я Меджай, и мой долг – защищать людей. Меджай? Вас не осталось. Лишь филаки, что грабят деревни и убивают. Они жаждут наживы. А нужны Меджаи. Защитники. Люди и Меджаи должны сплотиться, Рахатеп. А кто сплотит? Великая богиня? Клеопатра? Точного ответа нет. Но кто-то должен пойти путем Меджаев. Иначе Египет скроют пески. Мои дети будут честными. Сюда, Байек. Тихо. Их лагерь рядом. Нас могут увидеть. Рахатеп, ты словно мой сын. Считал себя взрослым. Что его изгубило? Сиди, где сидел. Хорошо, Байек. Я стану слушать тебя. Но погибнешь, займу твое место. Видишь смотровую башню? Стражи изредка покидают свой пост по нужде. Тогда и пройдем. Ты быстро соображаешь. Отец будет горд. Будем держаться в тенях и ждать. Что? Эй, что? Крестьяне, пошли.
нужно уходить отсюда. Скорей, туда. Коней оставили там. Бежим! Быстрей! Рахатеп! Ты живой? Вижу, все целы. А где мой отец? Рахатеп, мне жаль. Его отправят на корм крокодилам. Нам не справиться с ними. Это не демоны, это люди. Слушайте. Вы все обязаны отцу жизнями. Туро, помнишь, как он за твою дочь принял удары плетью? А ты? Он пересек пустыню и привел твоему отцу лекаря. Ваш черед помочь ему. Если он жив, спасем его. Если нет, отомстим. Идемте в бой! Боги, как ты похож на отца. Ты прав, Рахатеп. Что бы ни случилось, мы с тобой. Приготовьтесь! Пусть лучше готовятся те, кто напал на нас. Спасем же моего отца! Боги сегодня с нами! Вперед! Я пойду вместе с вами! Смерть разбойникам сына Ра! Эй! Не убежишь! Тебе здесь не рады! Нет, нет! Что?
Что? Я убью тебя! Что здесь? Что такое? Хватит! Прошу! Кто ты? Что тебе нужно? Я друг. Пойдем со мной. Нужно спасти тебя. Не выйдет. Меня пытали, а потом ослепили. У лагеря есть пристань, где можно укрыться. Отец, ты жив? Что с тобой? Демоны лишили меня зрения, но не смогли отнять сына. Ты спас меня, Рахатеп. Он спас всех нас! Победил 5 демонов в одиночку! Рахатеп, ты стал мужчиной, настоящим лидером. Займи мое место. Я уступаю его. Отец... Мне помогал Байек из Сивы. Бился за нас. В нашей деревне будут помнить твое имя. Сегодня мы празднуем. Идем с нами. Твой сын отважен. Я рад, что помог вам. Думаю, дальше он справится сам. Доверься ему. А я буду воевать со своими демонами. Thank you.
Но! 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 Прочь! Эй! Ты не пройдешь! Стоим стеной, крыса! Сдохни, тварь! Жжется! Задержите! Ты будешь страдать за это! Интересно, каков на вкус жареный орел? Я выпотрошу тебя! Отдай реликвию, и мы оставим тебя в живых! Боги! Этот зверь еле бежит! Не упустите его! Окружайте его! Дела. Не может быть. Что ж, славно. Мы едва избежали смерти, да? Это же знак Меджая. Не может быть. Я думал, их всех убили. Какой он все-таки ловкий. Просто потрясающее зрелище. Ты силен. Кто послал тебя? Может, Китион или Гераклит? Они-то думали, что я сам не справлюсь. Но мы не испугались, верно? Кто мы? Что ты здесь делаешь? Ты не знаешь, Неб? Мы пытаемся найти тайник великого фараона Снофру, творца золотой эпохи Старого Царства. И как же мы его найдем? Они ничего тебе не рассказали, прежде чем посылать за мной. Напомни. Вот что мне удалось узнать. Фараон Снофру спрятал в своих пирамидах три артефакта. Один в Мейдуме, в той пирамиде, что обвалилась. Значит, другой в ломаной пирамиде, которую перестроили после случая в Мейдуме. А третий в своей расчудеснейшей усыпальнице,
сияющей пирамиде. Я нашел два артефакта, но один из них у меня украли разбойники. Ты должен вернуть его. Где их искать? Их лагерь находится к западу от Мемфиса. Ты найдешь его, если пойдешь вдоль ручья. И еще, если сможешь пробраться в сияющую пирамиду, добудь последний артефакт. Думаю, наверху есть проход, но туда еще нужно залезть. Будь я помоложе, сам бы справился, но... Я посмотрю. Много там было разбойников? Немало, вроде бы. Дедук, а не тхает. Нужно быть осторожным. Всех, кто вздумает с нами тягаться, ждет смерть. Эй, что? Я убью тебя! Это артефакт, который украли у Меркиса. Странный предмет.
Что же в этом обычном предмете такого ценного, раз он хранится сокровищами? Надо найти Меркеса, объединить все три артефакта. Я раздобыл твои два артефакта. Ага, моя теория верна. Великий Ра, точно. Артефакты образуют диаграмму, но тут не хватает части. Я не могу их соединить. Но в Египтике есть такой отрывок. Слушай, свой путь ищи на вершине сияющей пирамиды. Похоже, надписи на этом артефакте указывают нам на самую верхушку сияющей пирамиды, гробницы Снофру. Я уверен, мы найдем разгадку именно там. Если ты заберешься туда, то все увидишь. А что в итоге мы должны найти? Сокровища Снофру много веков считаются утерянными.
Нас будут почитать как истинных героев, если мы сможем отыскать их. Эй, я тебе не мародер. Нет, нет, что ты? Конечно, нет. Обещаю, мы не потревожим покой тех, кто нашел путь на поля Иалу. Ладно. Посмотрим, что там наверху. Вершина гробницы Снофру. Странное отверстие. А что, если я... Артефакты вставляются в отверстие пирамидиона. Это диаграмма. Если я верно понимаю, она указывает на развалины на востоке. Там находится тайник. Ну, что ты увидел? То, что я думаю? Не томи меня, выкладывай. Ты что-нибудь видел? А как же? Я вставил артефакты в отверстие и завершил диаграмму. Чудесные новости. Ну, с помощью нее мы сможем найти ответ? Скажи, где нам искать тайник? Угу. Я думаю, что он находится на востоке. Похоже, что там руины какого-то храма. За мной! Я тебя отведу. Не попади в беду снова. С таким-то союзником? Вряд ли. Как же ты умудрился разозлить разбойников? Я решил заручиться их поддержкой в поисках артефактов. Что? Ты нанял их? Ну, их главарь Белош уверял, что знает пустыню, как никто другой. Не думал, что они меня предадут. Мне ведь показалось, что они не такие. Вот именно, что показалось. Все они воры и убийцы. Да, на их счет можно не сомневаться. Бандиты украли у меня один артефакт и собирались убить, чтобы заполучить второй. Ты сам себя погубишь. Это мне говорили не раз. Мы на месте. Вход, конечно же, спрятан. Земля здесь мягкая. Посмотрим, что под ней скрывается. Ура! Интересно, что мы найдем. И вот она, последняя преграда. Я же говорил, у нас все получится. Идем. Сюда. О, ты первый. Мы первые, кто вошел сюда более чем за 2000 лет.
Сокровища должны быть здесь. Надеюсь, Ваджид не рассердится. Не о чем беспокоиться. Я бы и сам тебя об этом попросил, если бы успел хоть слово сказать. Неописуемая красота. Скажи, что глаза меня не обманывают. Эта комната отлично сохранилась. Все как во времена. Пирамидион идеально сохранился. Наследие богов. Начало всех хороших вещей. Скоро первые лучи Ра коснутся его. Они осветят путь для птицы Бену. Той, что летит над водами Нун. Все как во времена правления Снофру. Это оно? Тут так много древних свитков. Золота почти нет. Это богатство. Смотри, перед нами история. Китион и Гераклит будут в восторге. Я прославлюсь. Мы прославимся. Рад был помочь. Я составлю опись свитков и перевезу их в Александрию для изучения. Там мы сможем сохранить их для будущих поколений. Пирамидион идеально сохранился. Наследие богов. Начало всех хороших вещей. Скоро первые лучи Ра коснутся его. Они осветят путь для птицы Бену, той, что летит над водами Нун.